После работы вы не удалили излишки силиконового герметика. Он застыл и прочно приклеился. Если срезать его ножом не удается, прибегнем к хитрости. Удалить силиконовый герметик можно с помощью бензина или растворителя. Смачиваем тряпку и прикладываем к силикону. Как только герметик станет мягким, поддеваем слой снизу и снимаем. Остатки стираем и всю поверхность промываем теплой мыльной водой. Вот так при помощи растворителя вы можете удалить застывший герметик. А в следующий раз старайтесь не допускать его застывания.